Добро пожаловать на канал «Лучшие сериалы». Нет, ничего подобного. Всем привет! Сегодня небольшой топ-5 сериалов на медицинскую тему. И на самом деле это не совсем топ-5, я не буду распределять сериалы по возрастающей. Просто подборка 5 отличных сериалов. Первый сериал – «Больница Никербокер» или по-английски «Ник». Отличный сериал на медицинскую тематику. Более подробный обзор есть у меня на канале, можете посмотреть. Рекомендую. «Хороший доктор» – отличный сериал про врача с синдромом аутизма. У меня также есть обзор на этот сериал на канале. Третий сериал называется «Анатомия страсти». И это отличный сериал, у которого супер сценарий и очень крутая команда актеров. Еще один сериал на медицинскую тематику – сериал «Реанимация». Очень напряженный и динамичный сериал про врачей, которые всегда работают на пределе своих возможностей. И последний сериал, который можно отнести как к медицинским, так и к детективным, называется «Доктор Хэрролд». Необычный, но интересный сериал про врача-патологоанатома, который помогает полиции именно как врач, пытаясь разобраться в вопросах смерти человека с медицинской точки зрения.